За первые дни сентября механизаторы убрали 380 гектаров кукурузы. Урожайность этой кормовой культуры порадовала. Собирают по 385 центнеров с гектара. Если мы уберем, согласно плану, 33 тысячи тонн силоса, у нас уже с остатком, с запасом кормов на зимовку составит 45 центнеров кормовых единиц на одну условную поголовье. Скошенную кукурузу сразу вывозят на животноводческие комплексы, где в силосных ямах зеленая масса утрамбовывается и остается на консервацию. На корм скоту силос пойдет в холодное время года. Сочные зеленые корма должны составлять половину суточного рациона для эффективного животноводства. Аграрии заготовили также 7 тысяч тонн соломы. Запаса должно хватить на полтора года. Ну, в общем говоря, у нас после уборки силоса запас кормов составит на полтора года, что и запланировано. Площади кукурузы на силос механизаторы должны убрать за 2 недели. Елена Маврина, Денис Ипатов, Александр Тимофеев. Новости Заинска.